Кукайф, ребята, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу, как получить в Майнкрафте секретные блоки, которые просто так нельзя получить. Ну что ж, давайте начнем. Для начала нам необходимо установить командный блок, открыть его, вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео. Затем его активируем и ставим лайки на это видео. Отлично, машина у нас готова, теперь мы можем получить наши секретные блоки. Их на самом деле очень много, но я покажу некоторые из них. Например, дерево. Как видите, обычное бревно, как мы только его установим, оно у нас вот такое вот текстурированное со всех сторон. То есть имеет текстуру со всех сторон, даже снизу, как видите. А давайте чуть отличим подальше, чтобы не лагало. То же самое с елью, с березой и даже с тропическим деревом. То есть оно, каждое из них имеет текстуру со всех сторон. То есть можно делать, не знаю, что угодно можно делать. Это очень красиво является декорацией для вашего дома. Также это можно провернуть с плитами. Допустим, ставим две плиты друг на друга, и у нас появляется вот такой вот блок, который тоже имеет такую текстуру со всех сторон. И самое интересное, по мне, это плита из песчаника. Мы их накладываем две друг на друга, и у нас вот такой вот песчаник со всех сторон. Тоже очень хорошая декорация получится. Ну и, конечно же, красный песчаник, из него можно сделать то же самое. Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась эта машина, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого не знали. Ну а с вами был Рисман, всем удачи, всем пока.